Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Man, I love how Christmas smells for sisters every day. Sprinting down the stairs to see presents just for me. God, I hope it's not a lump of coal this year. Ребят, всем доброе утро. Мы едем уже на учебу, и это так непривычно, что у нас снова пары. И есть первая пара. Да? Но у нас первая пара сегодня-завтра на вторую пару. А послезавтра у нас вообще выходной. Потом вторая, по-моему, пара. И вторая. Но у нас есть во вторник завтра, когда мы на вторую пару, у нас есть зато пятая пара. Представляешь? Это просто какой-то ужас. Короче, едем на учебу, и, блин, какое лето. Прям такое Дубаринска замерзшее, что ужас просто. Думаю, насколько холодно. Ну что, зайка, что у тебя тут? У тебя тут поездочки? Да, мы едем сейчас в магазинчик, потому что нам надо хлебушек. Ну и... А у нас сок, кстати, есть, нам надо его выпить, потому что он спортится. Да, я еще нам надо, спортится. Знаешь, яблочки, да, купить. Яблочки? Ну да, ну давай. Мы сейчас с Андреем подсели на Red Chief, у нас сейчас пакованные продаются в этом, в метро. Они, кстати, достаточно для Red Chief, это очень низкая цена, но при этом какие вкуснейшие яблоки. Уже мандаринок не хочется, хурму тоже особо уже не хочется, так что... Так что такие вот дела. Едем на дороге, жена везет. Да. Хочешь, можешь помыть. Еще. Что-то оно уже не моется. Оно чуть-чуть примерзло. Отлично, мне теперь хорошо. Нормально, сейчас она выскинет. А мне уже хорошо, а тебе? У меня не очень. Не очень? Нет, нет воды вообще. Как нету? Но я нажимаю ее, нет. А ну. Надо купить этот стеклоокно. Ёп тудей. Вода закончилась. Так что такие вот дела, едем, да? Ну что, мы заехали в метро, скупились и купили омыватель стекла. Сейчас Андрюша зальет. Где он? Заливать будешь? Ну да. Не заводи, главное. Короче, будем заливать сейчас. И будем ехать домой. Фу, какая моя. Мне нравится запах, тебе нет? Ужасный омыватель. Да? Боже, какая гадость. Не как нравится? Будто бы рыгнул какой-то... Алкаш, который он водку просто... запивал йогуртом. Он мне просто на что-то напоминает. Он мне еще напомнил тогда на что-то. Знаешь, что он напоминает? Шо? Скажи, блин, не конфета, а что-то съедобное. Во-первых, конфетки фрутелло такие в квадратиках продаются жевательные на кассах. А во-вторых, он напоминает вот эта вот открывашка, пахнет Актимеля. Актимель, вот! Ну так я же говорю, йогурт. Он мне так нравился из-за этого. Но сейчас вот это когда мы побрызгали окно, хотя бы оно нам помыло его, ладно. Но запах отвратительный, как будто бы какой-то алкоголик запивал водяру. Такую спиртяку жесткую Актимелем. Прям водяру? Да. Настолько он тебе не понравился? Ой, а еще мы пока были в магазине, начался снег. Да когда уже это будет весна, да? Кто твоя вторая Китя? Оскар. Нет, представляете, говорит мне только что. Где моя, типа... А, то моя вторая Китя, мы тут обсуждали кое-что. А это... Я говорю, да, потом такая... В смысле вторая? Кто твоя первая Китя? Ну как это Оскар? Офигеть! Я в твоей жизни раньше появилась, чем Оскар. Короче, распаковочка покупок. А, вишневый сок, ананас. Сок. Зай, ты унес рюкзак. Сейчас я тащу, ребята. Так. Доставай ананасный сок. Ананасный сок. И наливай нам. А, мы купили гречку. Мы оба очень захотели гречку. Потом
прям вообще мега-примега. Мы купили 2 ананаса. Да? Будем ананасы кушать. Потому что у нас родители подсадили на ананас. Мне теперь хочется постоянно ананас. Короче, взяли мы стабильно Red Chip и взяли еще какие-то тоже типа от Red Chip Gala какие-то яблоки. Ну, взяли попробовать их еще. Потом сегодня не было нашего тостового хлеба, поэтому Андрей взял вот этот вот какой-то. Ну, это кейп-хлеб. Короче, фигня какая-то. И я очень захотела французский паштет. Но там французского не было, был только по-французски, поэтому пришлось взять по-французски. Так что. Что мы будем обедать? Да? Мы будем обедать. Что у нас есть? Открой холодильник, покажи мне, пожалуйста. У нас есть борщ. Не, борщ у меня на одного человека есть. Ты можешь борщ, я могу паштет с биточками. Или Мирина. Мы можем не видеть. Я тоже про нее. Это... Вот, я передал свою мысль. Мивина, точно. Короче, будем. Здесь мороженое из свинины, это Ирина любимая. Азиатка. Короче, будем сейчас кушать. Как будто вот, бы это, пиво налил. Это твой. Потому что там остатки и больше нет. У нас еще есть какое-то яблочко, да? О, мы можем. Да, у нас еще там 2 яблока выбили, одно. Одно. Одно? Где 2. Да, вот у нас. В остаточках. О, что у нас тут конфеты? Где их разложил? Зай, ты умница, я думаю, что конфет у нас нет. Вон там у нас есть место, куда их складывать. Короче, ребят, мы только что сняли челлендж. Мой. На Кирин канал. Заходите, там ссылочка в описании. Да? Андрюша там снимал. Андрюша оператор. Да. Кира режиссер. Ага. А я монтажер. А режиссер постановщик. А Мика кто? А Мика массовка. А Мика пробовалка. Ребята. Я знаю, ребята, выиграла в покеры. Я 8 раз Кира проиграла. Ну, а потом ты. Значит, я проиграла, потому что я Кире постоянно отдавала. Я тоже. Я больше тебе отдала. Да? Ты отдал 2, а я ей 4 отдал. Да. И вот поэтому Ела проиграла. Я тут, короче, снимаю. Угу. Андрюша опять... Андрюша в покере проиграл Кире, все. Да. Андрюша, это я. И вся моя семья. Я победитель в покере был всегда, потому что я профессионал, да. И я вас всех... Ну, тебе я добила! Я а вас всех проиграл. Кира проиграла. Нет, я выиграла! Глупица, не говори так. Кира выиграла, а Андрюша проиграла. Да, а Мика просто молодец. Что, ребята, собрались, мы уже едем. Куда мы едем? К родителям Андрея. Секундочку, так, хорошо настроилась. Это я проверяла просто, как я настроилась сюда заднее окно. Собака тоже счастлива? Да, собака с нами. Поехали. Так что такие вот дела. Меня сегодня Ира... Ну, вообще, меня пока что Ира возит. У меня личный водитель появился, наконец-то. Офигеть. Вот. А то я был личным водителем, так теперь наконец-то у меня появился. Зимой. Главное не летом, главное зимой. Так что такие вот дела, да, Зань? Да. Ребят, ну что, приехали мы домой. И я сейчас пойду в душ. Андрей будет нам застелять кроватку. Да, Зань? Будет нам перезастилать ее. А ты кушать? Я в ванную пошла. А мне после что-то кушать уже готовить? Кушать готовиться? Да. Нет, так я пойду в душик. Нет, я в душик. Ой, что-то очень устала, хочу только сплотки. Поэтому сейчас в душике с чаечком. И с ноутбуком смонтирую ложку. Так что вот такие вот планы. Помылась я и буду сейчас монтировать ложик, и мы будем уже вваливаться в кроватку. Андрюша нам поставил на очистку кофемашину, потому что она требовала очистку.
Я почистила ноутбук, потому что он тоже требовал очистку разных ненужных этих файлов, всяких застойных, старых, устаревших. Всякое такое. Короче. Так что да, вот такие вот мы умницы с Андрюшей. Он умница, я умница, мы вообще такие умницы. Смешно, да? Мне тоже. Короче, занимаюсь сейчас. Ой, не-не-не, это попало. Мне разобраться, одеяло как? Одеяло тоже полосы вот так вдоль. Вдоль? Да. Да вот. Да, вот так. А я по-другому застелю. Да, я потом перезастеляла. Ой, что я говорила? Говорила, что? Знаешь, что я говорила? Что-то говорила про полосы. Не. Не? Нет. Пропал. Ну, я забыла. Короче, я не знаю, что я так устала. Ну, вообще, я знаю, что я так устала. Устала, потому что с непривычки после этого... Скажите, я скажу вам тоже. С непривычки после каникул выходить на пары и сидеть с утра. У нас завтра опять 4 пары. Сегодня было 4 пары, и завтра 4 пары. Это получается, ну, нам завтра хотя бы на вторую. Это получается у нас вторая, третья, четвертая и пятая. Это прям... Поддержишь, поможешь? Давай, я только подержу за конечники. Да. За конечники, наконечники. У нас будет... Похоже, такая мягкая постель. Боже, Зоя, я представила, как я сейчас пойду и ввалюсь в кроватку. Я очень мечтаю валиться в кровать, вы представляете? Сейчас поставлю, чтобы скидывались материалы, буду монтировать влог, а еще нужно сделать заставку на вчерашний влог и на сегодняшний сделать заставочку. И это все нужно сделать. Стой. А еще я сегодня, ну вы видели, я сегодня целый день была за рулем. В пробку Давай. Я не готова выезжать, для меня это был... Когда-то мы попали с инструктором в пробку, для меня это был такой стресс, это просто ужас. Поэтому я пока не готова ездить в колледж утром. Но да, это прогресс, я просто не знаю, как-то мне хочется ездить за рулем, но я как-то... Ну, не знаю, это какой-то страх был, какая-то некомфортность, дискомфорт, и это вызывало такое отторжение, типа... Ладно, лучше пусть Андрей за рулем поедет, чем я. А сейчас как-то у меня возникло наоборот, что мне очень интересно. И хочется, и хочется, и хочется ездить. И кот с собакой тут уже дурею. Смотрите. Ну, это все нормально. Он ее захватывает и грызет. Она ему уже поставляет, что у нее течка. И она хочет кота, а он кастрирован, и он этого не понимает. Ой, собаку хочет. А он кастрирован, и этого не понимает, что она хочет. И грызет ее. Она очень... Он пичку насол, понюхал. Фу, какая, уйди. Уйди, противная пичка. Да возьмите мне попку. Да не так. По-другому. Дурак. Давай. Вот так. Что, блядь? Вот сюда, бери ее. Да бери ее в пыльный театр. Вот так, да. Блин, ты куда пошел? Бесенок. Не полетелось. Давай, да. Давай я покажу. Вот так, белес. И они причем сегодня так было в обед. И они прям могут 20 минут играть. Да возьми ты мою попку. Да куда ты посел, блядуна? Короче, смешные наши животные. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь такие позитивные, как на вот этой минуте. Я думаю, вам немножко позитива прибавилось в моем влоге. Поэтому оставайтесь позитивными. И до завтра. Всем пока-пока. Мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи. Пока-пока-пока. Пока, ребят. Спокойной ночи. Оскар, Мика, спокойной ночи.